Привет, девочки! Сегодня я вам расскажу один лайфхак, который я еще не использовала, но я хочу его попробовать на своем влюбленном. Я однажды сидела в ресторане с ним, но не одна, конечно, с родителями, но не важно. Мои родители и его родители там разговаривали, они пока не видели. И он начал за мной повторять. Я вот так сделала, типа там, не знаю, просто вот так, и он за мной все повторял. А потом я вот так сделала, такое лицо, которое недовольное. Это была моя ошибка. Он мне то же самое сделал. Сейчас я только что додумалась, что так нельзя делать. Это будет большая ошибка. Если вы его любите секретно, так смотрите, сделайте ему вот так. И он за вами повторит. И он сделает вам то же самое. Чё, правда полезный лайфхак. Вот так вот не делайте. Он будет за вами повторять. Так это некрасиво. И, не мило с вашей стороны. Короче, когда мальчик вот так вот за вами повторяет, особенно ваш краш, вы должны ему либо же вот так сделать, либо же подойти его и поцеловать.